сегодня мы с вами совершим космическое путешествие. Сейчас мы с вами находимся в саду астронома. Этот сад астронома сделан как солнечная система. Вы знаете, что такое солнечная система? Из чего она состоит? Она состоит из планет. И система солнечной системы. Где тут солнце? А где тут солнце? Кто покажет? Идем. Я. Боже, правильно, вот оно солнце. Вот тут вот вокруг солнца идут орбиты, а на орбитах? А на орбитах планеты. Они вращаются вокруг солнца. И мы сейчас с вами найдем планеты. Мы их найдем сначала на нашей карте, потом мы их найдем вот здесь, вот в этом парке, и будем их мы с вами приклеим потом, хорошо? Потому что у нас есть еще другие задания. Теперь посмотрите, где мы с вами находимся, что у нас под ногами? У нас под ногами солнце. Солнце. А скажите, на самом деле на солнце можно стоять ногами? Нет. На него даже добраться нельзя. А почему на него нельзя вставать ногами? Потому что оно горячее. И солнце — это газовый шар. Знаете, что такое газовый шар? Это вот как облако. Его даже потрогать нельзя, оно же вот мягко очень, да? У нас планета Земля и Солнце далеко друг от друга находятся. Не очень близко, но очень далеко. Если, смотрите, на самолете лететь от Земли на Солнце, то мы будем лететь 17 лет. А если мы будем лететь на поезде, то мы будем ехать 117 лет. Представляете? Вот давайте, сейчас мы идем с вами на планету Землю. Давайте, самолеты у нас летят на Солнце. Полетели. А теперь, мальчики, у нас поезда. Давайте, с Земли на Солнце, на поезде. Такими старыми. Люди придумали для этого что? Ракеты люди придумали. Сейчас мы с вами сделаем. Помните, зачем мы сделали ракету? День космонавтики.
сегодня? Нет. Были так молодцы. Планета Земля. Мы уже знаем, что планета Земля находится на какой орбите? На третьей. А вы знаете, что планета Земля, она вращается? Знаете, что планета Земля вращается вокруг себя как? Как что? Как волчок. Чем дольше крутится наш волчок, тем дольше живет планета. Понятно? Если она останавливается, вся жизнь на ней погибает. Лиза у нас родилась в созвездии Стрельца. Нам нужно вот здесь найти Стрельца наклейку. Стрелец. Вот. Правильно. Вот видите, тут звездочки, как будто бы лук у Стрельца, видите? Да, да. Теперь Алёша. Я родился под созвездием рыб. Ищи вот здесь свое созвездие. Где оно, как ты думаешь? Созвездие. Вот. Точно, созвездие.